Какой раз вы репите? Как вожатый, я уже здесь 6-й или 7-й раз. Какое у тебя настроение и почему? Настроение отличное, все классно, погода шепчет, все хорошо. Что успел сделать в лагере за прошедшую неделю? За прошедшую неделю мы успели уже заработать 50 баллов за клип. Мы успели показать свои таланты, мы успели подружиться с отрядом. То есть, ну, успели многое. Больше всего мне понравилось мероприятие. Наверное, это 3x3 первый конкурсный день. Потому что мы увидели, насколько талантливы дети, которые ездят в орбиту, насколько они могут танцевать, показывать пьесы, клипы. То есть раскрыли себя. Ну и таланты, конечно, не меньше. Чем планируешь еще заниматься в лагере? Планирую завтра отметить свой день рождения. Планирую дальше заниматься отрядом. У нас впереди большой спектакль 10 июля. Ждем всех желающих на премьеру «Моцарт». Ходишь ли ты на кружки, на такие? Да, цистопластика очень нравится мне. Слепил собачку, черепашку и лягушку. Что, на твой взгляд, не хватает в лагере? Что бы ты здесь изменил? В лагере не хватает на данный момент, наверное, финансирования. Я бы поменял здесь сцену, обновил бы актовый зал, потому что творчества очень много, а сцена все до сих пор не ремонтируется. Кому хочешь передать приветы? Привет хочу передать всем, кто когда-либо ездил, ездит и будет ездить в этот замечательный лагерь. Спасибо всем детям за то, что они преданы ему, за то, что они развиваются здесь. Это очень хорошо. Спасибо, Миша. Пока-пока. Какой раз ты в орбите? Ну, я в орбите 6-й раз, а так вообще в лагеря ездил 7. Что успел сделать в лагере за прошлую неделю? Ну, выступил в концертах, поучаствовал. Хорошо. Какое мероприятие за прошедшие дни тебе больше всего понравилось и почему? Ну, планетарий, потому что там можно посидеть хорошо, отдохнуть, посмотреть рассказы. Чем планируешь еще заниматься? Ну, не знаю, выступать и выступления. Ходишь ли ты на кружки и на какие? Не, на какие не хожу кружки. Чего, на твой взгляд, не хватает в лагере? Что бы ты здесь изменил? Ну, наверное, в лагере не хватает более таких, ну, ларьков, где можно что-нибудь купить. Кому хочешь передать привет? Ну, родителям. Мам, пап, привет. Какой раз ты в орбите? Я 2-й. Какое у тебя настроение, почему? Ну, у меня хорошее. Потому что мы выиграли 2-й отряд по футболу. Что успел сделать в лагере за прошедшую неделю? Все успел, кроме басика. Какое мероприятие тебе понравилось больше? Ночная дискотека, потому что у вас ее нету. Чем планируешь еще заниматься? Че? Чем планируешь еще заниматься в лагере? Да всем. Ходишь ли ты на кружки, на какие? Хожу. На какие? Компьютерные кружки. На компьютерные кружки. Какой раз ты в орбите? Я в орбите 3-й раз. Какое у тебя настроение и почему? У меня хорошее настроение, потому что я нашел в этом лагере много друзей. Уже 3-й раз. Мне нравятся все выступления, представления и цирк, и всякие... выступлений первых отрядов. Что успел сделать в лагере за прошлую неделю? Успел выступить, найти много друзей. Какое мероприятие за прошедшие дни тебе больше всего понравилось и почему? Больше мне всего понравился конкурс талантов. Планируешь еще заниматься в лагере? Планирую выступить еще. Ходишь ли ты на кружки, на какие? Хожу. Хожу на вязку, девочку, вон, хожу на компьютер и на оригами. Хорошо. Что, на твой взгляд, не хватает в лагере? Что бы ты здесь изменил? Ну, в лагере не хватает... халявного Wi-Fi. То, что времени мало для кружков или для всяких представлений. Мы иногда на что-то не успеваем, и дать бы побольше времени... И чтобы здесь добавили нового, многого веселья. Что успел сделать в лагере за прошедшую неделю?
Я участвовал в разных мероприятиях, там, ну, там, делал разные дела, разные, там, полезные для лагеря. Хорошо. Какие мероприятия за прошедшую неделю тебе, за прошедшие дни тебе больше всего понравилось и почему? Ну, например, перестрелка, все время вот играем перестрелку, вот в спортзале, вот там, планетарий был. А почему они тебе понравились? Потому что там интересно было, там, ну, такое все. Чем планируешь еще заниматься в лагере? Ну, я еще, ну, буду, наверное... Он тоже таким же мероприятием заниматься, там, ходить на, там, на разные кружки, там, библиотеку, ну, то все такое. А чего, на твой взгляд, в лагере не хватает, чтобы ты здесь изменил? Да, ничего, наверное. Хорошо. Кому хочешь передать привет? Я хочу передать привет маме. Передавай. Привет, мама. Спасибо за интервью, пока. Какой раз ты в орбите? Я первый раз в орбите. Какое у тебя настроение и почему? Я очень рад от того, что я приехал в орбит. Почему? Потому что здесь очень интересно и весело. Что успел сделать в лагере за прошедшую неделю? Я очень много выступал на сцене, было очень весело и постоянно отрядные дела. Какое мероприятие за прошедшие дни тебе больше всего понравилось? И почему? Мне больше всего понравилось мероприятие, дайте подумать... Ну, наверное, репетиции мне больше всего нравятся, поскольку там со всеми участвуешь и как бы пытаешься выучить что-то новое. Чем планируешь еще заниматься в лагере? Я планирую стать помощником вожатого. Ходишь ли ты на кружки и на какие? Я хожу на компьютерный кружок и на кружок библиотеки. Чего, на твой взгляд, тебе хватает в лагере? Что бы ты здесь изменил? Я бы хотел изменить, наверное, главную площадь и перекрасить ее в более яркий цвет. Кому хочешь передать приветы? Я хочу передать приветы родителям. Я хочу передать приветы родителям, маме, папе, дедушке, бабушке и другим. Какое мероприятие за прошедшие дни тебе больше всего понравилось и почему? Мне больше всего понравилась ночная дискотека, потому что был полный расколбас. Чем планируешь заниматься, если... еще в лагере? Ну, я планирую хорошенько повеселиться на ночь творила. А ходишь ли ты на кружки и на какие? Я не хожу на кружки. Хорошо. Чего, на твой взгляд, не хватает в лагере? Что бы ты изменил? Даже не знаю. Все отлично. Хорошо. Кому хочешь передать приветы? Я хочу передать привет маме, папе, Егору. Хочу... передать привет всем орбитовцам, потому что вы все крутые. Какой раз ты в орбите? Я третий раз в орбите. Какое у тебя настроение и почему? Настроение у меня очень хорошее. Здесь очень хорошие люди, хорошие воспитатели, хорошо кормят повара, дискотека классная. Что успел сделать в лагере за прошедшую неделю? Я успел много раз выступить на сцене. Много раз ходил на дискотеку. Какое мероприятие за прошедшие дни тебе больше всего понравилось? И больше почему? Всего ночная дискотека. Там много народа, можно много с кем познакомиться. Чем планируешь еще заниматься в лагере? Ходить на дискотеку, пинать мячик, гулять с друзьями. Ходишь ли ты на кружки и на какие? Я не хожу ни на какие кружки. Что на твой взгляд не хватает в лагере? Что бы ты здесь изменил? Ну, я бы извинил бы, что ли, чтобы поле, вратарские ворота сделали бы как-нибудь много получше. Ну и все. Кому хочешь передать привет? Передать 4-му отряду, ну и 2-му.